Всем доброго времени суток. Очень долго держатся цветы у ванд. Очень долго. У всех. Ну, я не знаю, это уже, наверное... Ну, это месяц. Это, наверное, больше месяца цветет. Вместе с Ашей. Ванда Аша. Перенея уже увяла, сбрасывает свои цветочки, закрывает. Вот эти вот драгоценные камни, precious stones, на Кяудибек. Ох, она и долго цветущая. Ну, больше месяца, это точно. У нее такие восковые твердые цветы, но не всегда они держатся долго. Восковые твердые цветы совсем не всегда. Ну, у этой, да. У этой долго. Майкай. И вот еще какой у меня есть. И вот еще какой у меня есть букет. Какой букет. Это, конечно, фантастика. Фантастично цветет котлейка. Два цветоноса у нее. Но они... Так много цветов на них. На каждом. И получается вот такой вот огромный-огромный букет. Цветочки восковые. Очень так хорошего такого качества. Они... Вот на солнце почти белые, а вообще они салатно-розовые. Вот что может быть красивее сочетание салатного с розовым? И кончики лепестков с таким сплэшем, как у Иванагары, как у Apple Blossom. И по форме цветы напоминают. И ну вот, когда не сильно много света, вот видно, что они... Салатного цвета цветы. И крапинки там какие-то есть. Но не на всех. Такие валанчики на лепестках. Очень красивые. Каждый цветок. И еще и букеты такие. Ароматная она. Очень приятно пахнет. Такими букет цветов тут пахнет. Какая губа нарядная, ажурная. Прелесть, конечно, прелесть, прелесть, прелесть. И вот ее название. Ну, название такое, вот первый гибрид, не очень такой знакомый мне. Может, кто-то знает, конечно, Белсикам Пабелла Ньюбери. С наградами. Она, вот я ее поискала в интернете, она такая... лимонных оттенков, желтых, классический такой котлейный цветок, большой. Вот, Ньюбери, ягодка такая, новоягодка с наградами, вау. А котлея Марк Джонс, это очень знаменитая котлея, там Акландиаи, там... Ну вот у меня Кэтрин Кларксон, у меня есть много гибридов, содержащих эту котлею Марк Джонс, но это тоже Ньюбери, как ни странно. И Марк Джонс сам по себе похож на... У меня есть Кэтрин Кларксон котлейка, и она такая зелено-желтая с... крапинками, восковые цветочки, конечно, акландиаи там есть, и она маленькая, Марк Джонс котлея. А вот эта, которая, как она тут, Кампабилла, то среднего и большого размера котлея. И вот сделали такой гибрид, и получилось, ну,
не маленькая. Кадрия, вот она. Не маленькая. Но зато такая пышно цветущая. Ну вот напоминает мне, конечно же, Эванагару Apple Blossom. Вот что-то есть от нее. Тоже такие грозди цветов, как у Эванагары. Но эти цветоносы стоят так твердо, прямо. Сильная такая мощная котлейка. Хороший получился гибрид. Прелесть, прелесть. Мне очень-очень нравится. Душистый, огромный букет цветов. Что может быть лучше? Ну, ясный такой, конечно, естественный, такой природный цвет у нее. Нравится мне очень. Ну, вот я снимаю где-то через несколько дней, потому что я потеряла ту прежнюю запись, когда она была совершенно зеленая, эта котлея, совершенно зеленый цветок. Ну вот, довольно большой цветок у нее, и она стала такой перламутрово, таким кремово-розовым оттенком. Губа такая. Ну и бахрома, это явно свидетель, что у нее есть дегбияна в роду. А название у нее такое RLC Perfect Match. Но нигде это название найдено не было в интернете. Поэтому это просто чье-то творение такое домашнее. И название, соответственно, просто выдуманное. Неизвестная никому котлейка, но она такая очень интересная. А душистая, душистая. Очень мне нравится. Такая губа длинная у нее, бахромчатая, красивая. Ну, эту я позже сниму, потому что это такой хамелеон. Она еще поменяет цвет, и цветы вырастут. Я ее сниму позже. У нас дождь идет. Маленький такой. И вот еще одна. Такая же бавринджиана, кросс на Deception Drop, но только это не Faux-N. И вот как она цветет. Тоже очень красивые лаковые цветы. Лаковые, ну прямо видно, какие они восковые. Но не такое пышное цветение. И совсем другая форма у лепестков. Не такие вот они тонкие, изящные. Не так загнуты, как у того предыдущего кросса. Вот какие они могут быть разные. Ну, абсолютно разные. Первый раз цветет котлейка. Бывает, что первый цветонос не вызреет, что-то с ним случится, а второй раз она уже показывает себя во всей своей красе. Вот она. Какая красота. Душистая она, чудесно пахнет. И более у нее такой яркий сливовый цвет. Цвет незрелой сливы или сирень такая бывает тоже. Таких оттенков. Ну и цветущая бульба у нее длинная, высокая. Вот, даже и не Faux-N, она хороша. А Faux-N... Выбирайте себе всегда Faux-N, если предоставится такой случай. Всего будет вдвойне. Дабл удовольствие. Необитамия.
начинает зацветать. Она цветет всю зиму. Вот осенью начинает. У нас сейчас осень в Австралии. Кто не знает. Март, апрель, май — это осень. Эта катлея очень долго цветет. Уже выцвела вся. Вот это ванда. Ну, ванды славятся своим долгим цветением. Я ее временами забираю, вешаю у входа, там, у входа в дом. Вот какая красотка у меня расцвела. Это почти, почти, вы угадали, почти Rhynchorhynchus Bangkok Sunset. Но это его кросс. Rhynchorhynchus Bangkok Sunset. На Rhynanthera Striae. Rhynanthera Striae, она такая красная, яркая. Ну и Rhynchorhynchus Bangkok Sunset тоже яркий. Губа такая малиновая. Тут все краски осени, я бы сказала. Такой приглушенно-красный, желтый, оранжевый. Просто россыпь красок. Rhynchorhynchus Bangkok Sunset. Там Aerides Holitiana. Ванда флабилата и Rhynchostylis saelestis. Rhynchostylis saelestis, я не знаю, зачем его включили сюда. Он от белого до голубого. Цветы у него. А все остальные очень яркие. И ванда флабилата природная, и Rhynchostylis holitiana. Это все яркие штучки. Ну и, конечно же, получился яркий кросс. Очень яркий гибрид. Нравится мне. Ну, не такой, чтобы супер-супер яркий, но такой праздничный. Яркие цветочки. Радостные такие все сочетания цветов. Густенькая такая ванда. Растет она у меня в горшке. Ну и там кокосовое волокно, больше ничего нет. Листики такие, вот как у Rhynchorhynchus. Чуть-чуть такие, чуть-чуть надрезы на листиках. Не совсем раздвоенные, но что-то такое передалось по наследству. Вот такая вот красотка. Очень мне нравится. Прелесть. И такая еще игрой с цветов, с ответвлениями. Ну вот, уже хищника поймала на листочке. Наверное, кто-то уже заметил. Сидел жук. Ну, чтобы не улетел, я его прихлопнула, конечно. Это именно те жуки, которые едят цветы. И вот в этом моем таком открытом саду, беззащитном, никакой сетки тут нет. Хоть брызгай, хоть не брызгай, они все равно прилетают и поедают цветы. Но котлейку не поели, нет. Некоторые цветы поеденные. Забыла сказать, она пахнет. На солнце так приятно пахнет. И утром, и даже после обеда. Вот сейчас уже обеденное время, и она пахнет. Вот вам такой вот Bangkok Sunset.